Всем привет, друзья! Очередная глава моей жизни написана. Она была насыщенной, интересной. Но на этом этапе она завершается. Сейчас полетаем немножечко и окажемся в новом месте. Точнее, в старом, но по-новому. И с этого начнем создавать новую главу нашей жизни, которая будет еще лучше и интереснее предыдущей. Несмотря на обстоятельства, движемся, и все получится. Отличного дня, друзья, и прекрасного настроения.